Вчера православные христиане отметили Медовый Спас, первый из трех праздников в честь Спасителя, которые приходятся на август месяц. 14 августа во всех храмах проходят торжественные богослужения с освящением воды и меда. Поэтому в народе у этого праздника сразу несколько названий – Мокрый Спас и Медовый. Первый Спас объединяет сразу три больших церковных праздника – Всемилостливого Спаса и Пресвятой Богородицы, Происхождение честных древ животворящего креста Господня, а также Крещение Руси. С этого дня начинается Успенский пост – один из самых кратких и одновременно самых строгих постов. Посвящен он подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы, который почитается Церковью как один из 12 главных праздников православия. Успенский пост продлится до 28 августа. Согласно уставу Церкви, в эти дни запрещается потреблять в пищу мясные и молочные продукты, яйца, а рыбу разрешается только в один день, 19 августа, в день Преображения Господня. По народному календарю Медовый Спас называют еще проводами лета. Со Спаса начинаются холодные росы. Якобы с этого дня пчелы перестают вырабатывать мед. Пасечники начинают выламывать соты. Также отцветают розы. Отмечается отлет первых ласточек и стрижей. Появляются стаи грачей и скворцов.